Слободской партизанский отряд был сформирован 11-14 июля 1941 года по решению Смоленского обкома партии. И уже 16 июля он вступил в свой первый бой с немецко-фашистскими захватчиками, которые шли через Слободу. Это был Слободской район, это была Слобода. И группа партийно-хозяйственного актива накануне, так сказать, дав присягу и произнеся клятву партизан, они вступили в свой первый бой. Бой для кого-то стал последним. 16 человек в этом бою погибло. И значение этого боя было таково, если вот сказать очень коротко, то это был первый выстрел смоленских партизан вообще в истории Великой Отечественной войны. Это занесено в архивы, это занесено в историю Великой Отечественной войны, не только на Смоленщине, но и вообще. Это был первый выстрел партизан. С этого момента начинается начало и ведение партизанской войны. Не только на Смоленщине, но и на линии фронта, на рубежах, так сказать, Подмосковья, на рубежах Ельнинского, Вяземского района. Вот на территории Смоленской области было три мощных партизанских края. Это Слободской, это Драгобужский и Вадинский. И там воевали партизаны, освобождали территорию, освобождали, наносили диверсии врагу, наносили, так сказать, урон и тем самым помогали таким образом на фронте.